Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня с нами каталог Oriflame номер 1, который стартует у нас в 2020 году. В этом каталоге очень достойные предложения, много скидок и интересных акций. И сейчас я вам все покажу по максимуму, то, что есть у меня в наличии. Мы будем все тестировать для того, чтобы вам было комфортнее, удобнее выбирать продукцию для себя и рекомендовать ее своим близким и клиентам. Итак, приступаем к тестированию. Каталог номер 1 начнется уже с 30 декабря и закончится 25 января. Он будет идти 4 недели, практически получается 4 недели. И будем отправлять с вами заказы буквально под бой курантов. Каталог очень классный. И в этом каталоге у нас будет уже 10 акций. Если вы делали заказ на 500 рублей в двух предыдущих каталогах или на 1000 рублей в каталоге, сейчас скажу, закажите на 1000 в этом каталоге, то получаете супер скидку на легендарные продукты. И первый продукт — это аромат, парфюмерная вода Love Potion. Вот такая вот будет красивая большая коробка. Видите, как это супер смотрится. Сразу же празднично, нарядно. Она приходит в слюде, все запечатанное. И внутри просто шикарный флакон. Такая пика волшебная, новый аромат совершенно. Открываю ради вас, чтобы показать вам, и хочу себе этот аромат. Открываем этот аромат, находим распылитель и вот такое вот делаем. Ой, себе прям набрызгаю, так соскучилась по этому аромату. Как вкусно пахнет. Здесь цветки какао, имбирь и шоколад. Он считается таким очень сексуальным ароматом, он для соблазнения, более вечерний аромат, но на самом деле он очень мягкий, и даже если его наносить на себя в течение дня, то он тоже очень комфортно звучит. Ну, посмотрите, как это красиво, какой роскошный подарок. Поэтому за такую цену, 799 рублей, обязательно себя побалуйте и возьмите кому-то, вы планировали на подарок. Здесь, кстати, есть ароматизированная страничка, очень удобно, то что можно потереть и хотя бы нотки аромата поймать. Но все же я рекомендую брать сначала пробники и аромат поносить несколько дней, чтобы вам было понятно, он вам нравится или нет. Потому что бывает такое, что первый день кайфуешь, а потом второй, третий как-то начинает утомлять аромат. Такое частенько бывает, поэтому не попадайте в эту ловушку. Вот я себе обязательно возьму еще вот эту маску. Тоже за 799 рублей, прекрасная цена. Я такую маску брала уже 3 раза, то есть я ее практически все время заказываю, когда у меня заканчивается, а сейчас у меня получился уже достаточно большой перерыв, и я вот по ней прямо соскучилась. Потому что с этой маской действительно лицо совсем другое становится. На ночь ее наношу, ее также с кремом, с сывороткой, то есть все абсолютно как обычную маску. Но мы ее не смываем, мы ее оставляем на всю ночь, а утром встаем, и такое розовое, красивое, разглаженное личико, как будто вот мы только из курорта приехали. Следующее предложение тоже суперское, буду обязательно им пользоваться. Такие вот, в такой баночке вам придет омега-3 60 капсул. Вот у нас как раз заканчивается, тоже была такая акция. И вот такие вот капсулки, по 2 штуки в день нужно выпивать. И можно их просто пить отдельно, можно их комбинировать с другими витаминами. Мы пьем, вот сейчас у Миши как раз комплекс собран, астаксантин отдельно берет омегу отсюда, и у него отдельные мужские витамины тоже в такой банке, просто они приходили в подарок, и это было, конечно, ну, классное предложение. Поэтому нужно брать, омега нужна абсолютно всем. Если вы не знаете, для чего омега, просто забирайте из Google и изучайте, что дает омега, потому что это тот самый продукт, который нужен нам абсолютно всем. А вот на этой страничке хорошее предложение: за 69 рублей можно заказать, смотрите, придут 2 пробника нового аромата Эклад, у нас будет новый мужской, женский, парные ароматы, пробник помады The One в оттенке бежевый нюд и пробник крема лифтинга для кожи вокруг глаз. Кстати, очень люблю этот крем, тоже периодически беру или его, или коллаген. Очень хорошая цена, нужно брать. И, по-моему, что-то еще выходит у нас. Пробники и каталог еще. То есть вот весь набор, это очень выгодно. Кстати, почему я им раньше не пользовалась этим предложением? Главное не забыть указать код. Вот этот вот код длинный нужно указывать в заказе. Далее, полотенце, набор полотенчиков. Можно заказать, если ваш заказ из каталога 990 рублей составляет.
без скидки. То есть вот у вас что-то есть с других страничек на эту сумму, тогда вы берете один набор полотенец. Я вам хочу показать качество. Ой, как далеко у меня полотенчик. Сейчас достану. Вот он. Я хочу показать качество, потому что в прошлом году были вот такие розовые, но там был набор из трех полотенчиков, это самый маленький. А может быть это он? 50 на 30. Ну не знаю, какой этот размер. Здесь не указан. Но просто факт, что по качеству они как обычные, хлопковый, такой приятный полотенец. И отлично впитывает, хорошо стирается, да, 100% хлопок. Отлично стирается, долго служит полотенце. У нас такие персиковые есть, розовые, бордовые. Как бы вот они каждый год выходят в разных тонах. И я всегда заказываю. У меня прям уже практически все полотенца от Oriflame, даже нет покупных полотенчиков практически дома. Поэтому рекомендую. И здесь два полотенца, одно большое банное 130 на 70, а второе 50 на 30 малое. И все привязаны ленточкой. Нас ждет новая пена для ванны, мега объем 750 миллилитров и с моим любимым ароматом персика. Буду брать обязательно. Это выгодная цена, 299 рублей за такой гигантский объем. Пены у нас хорошие, они очень плотные. Пена долго держится на воде, то есть в ванной я обычно лежу, ну не 10 минут, может быть 30 минут спокойно могу полежать. То есть она прям такая пена стойкая и хороший долгий аромат. Пищу от этой страницы, потому что я обожаю аромат кокоса, я ее уже всю затерла до дыр. Ах, как вкусно пахнет. И это крем для рук, он будет в таком объеме. 75 миллилитров, то есть такой вот будет у нас хороший флакончик, объемный достаточно. Приятный аромат, по качеству крем будет похож вот с теми, которые представлены рядом. Авокадо, арника, алоэ, облепиха, вот они у нас, вот эта вся серия примерно только запахом отличаются. Качество очень приятное, крем легко впитывается, он не густой, но и не течет, как вода. Хорошо впитывается, не жирный, не липкий, то есть сразу вот приятное ощущение. Нанесла крем и рукам очень кайфово, 89 рублей всего, отличное предложение. Далее гели для душа и мыла. Вот у меня все три геля сейчас есть. Этот практически закончился. Я как раз с ним вчера принимала душ. И заходит Миша и говорит: ой, как у тебя вкусно пахнет, что это? Я говорю: ну понятно, это цитрусовые, апельсины, они всегда приятные для нашего носа, для тех людей, которые любят приятные фруктовые запахи, это, конечно, прям бомба. 89 рублей всего гель, у него приличный объем, 250 миллилитров, но бутылочка смотрится очень маленькой, у нее такая вот форма хорошая, кажется, ой, какая малышка, нормальный объем, 250 миллилитров. Хороший гель, очень приличный, и поэтому можно его смело брать и себе, и на подарки. Так, дезодоранты. Это новенький, не открывала еще. Совершенно новый. Хорошие дезодоранты. Больше всего я люблю себе всегда беру серой крышечкой, потому что он не оставляет следов на одежде. Но, как я заметила, я брала себе зелененький, тоже не оставляет он следов. То есть я сейчас не замечаю таких дезодорантов с проблемами, как раньше было. Одеваешь темную одежду, и она вся под мышками становится белесая и не выстирывает. Сейчас я такой проблемы не замечаю. За счет этого можно брать, мне кажется, любой дезодорант. Они хорошие. Очень хорошая цена, всего 119 рублей, давно такой цены не было. Далее, наши любимые гели для интимной гигиены. Кстати, на них значительно выросла цена. Если раньше мы их могли брать, в прошлом году еще они были по 119, по-моему, 129 рублей. Сейчас, да, ценник повысился. Но жить без интимного геля я уже не могу. И поэтому он всегда у нас есть. Объем 300 миллилитров. Хватает надолго. То есть это такой продукт, который, ну, 2-3 месяца служит. Поэтому он нужен однозначно, потому что ни один гель для душа и какое-то мыло не заменит этот гель для интимных зон. Им можно и детишек также купать, и он очень мягенький, нежный, хорошие комфортные ощущения. О, с него полилось, потому что это мой, пользуемся. Кстати, чуть-чуть осталось. У меня вот как раз сейчас защитный гель. Следующий я буду уже другой брать, пробовать. Ух ты, здесь у нас целый комплекс ухода за ножками. Вот как раз у меня лежит тыковка. Мне понравился этот запах.
очень люблю такой аромат вкусный, но помимо тыквы я в нем чувствую почему-то апельсин, то есть для меня он такой вот прям вот вкуснейший тыквенный пирог, наверное, звучит, но я просто обожаю этот запах. У меня он уже, по-моему, второй флакон как раз, или первый, не помню, но то, что я его люблю, это однозначно. По консистенции давайте покажу вам его. Густой, вот такой вот прям хороший, густой, очень хорошо питает ноги. Я его наношу на ночь прям толстым-толстым слоем, особенно на пятки. Чуть-чуть прям ноги не прячу сразу под одеялку, даю чуть-чуть питаться, а потом под одеялочку. Все, утром ножки просто вот балдежные. Гладенькие-гладенькие, мягенькие-мягенькие. Вот рекомендую, берите смело. Вот эти два я не брала, хотя вижу здесь кокос, но я его не пробовала. Он освежающий, и я думаю, что его на ночь точно не пойдет, потому что будет как бы эффект, наверное, какого-то холодка. Поэтому лучше его наносить днем, а на ночь вот такой вот как раз ночной увлажняющий с авокадой, с алоэ вера. Самое то, что нужно. И по консистенции он будет другой, не такой, как этот. Будет более, он, во-первых, белого цвета и будет, мне кажется, мягче, что ли, да, как-то ложится. Вот, хорошая пилочка, тоже пилки всегда рекомендую, потому что они у нас классные, хорошо полируют ноги, и можно, кстати, и на сухую немножечко пилочка снимать, если очень толстый слой роговой, и также отпаривать ножки и уже с кремом, со специальным скрабом удалять мертвую кожу. Так, что на этой страничке, тоже покажу вам эту бутылочку, мне нравятся они как йогурт, эти бутылочки. Так, что я здесь пробовала? Все пробовала. Очень люблю вот этот мягкий шампунь с кокосом и пшеницей, обожаю. У кого жирные волосы, с крапивой однозначно. Есть против перхоти, чайное дерево. Кстати, у меня клиентка ждет такой шампунь. Здесь у нас акция при заказе двух, скидка больше. Смотрите, если один берет 179, а если два любых, то 139, это намного выгоднее. Можно потереть страничку и вот этот ощутить аромат яблока и бамбука. Но вот этот шампунь мы обожаем просто. Он всем подходит, он очень хорошо очищает волосы. При этом за счет того, что он два в одном, сразу идет с кондиционером, волосы сразу себя комфортно чувствуют. Потому что некоторые шампуни для меня сейчас не подходят, потому что хочется дать больше увлажнения и питания. А для этого нужно либо брать такие вот мягкие шампуни, питательные, либо для окрашенных волос. Ну и этот тоже достаточно хорошо подошел. Прям его люблю-люблю. Так, что здесь? Серия с кокосом и алоэ. У меня, кстати, есть кое-что вам показать. Это скраб, маска-скраб. Она очень мягенькая, смотрите, она такая прозрачная, и мелкие, мельчайшие в ней частички. Хорошо очищают поры, отшелушивают мертвые клетки. И я люблю не только за аромат, а действительно очень комфортно пользоваться. Это у нас уже, наверное, второй флакончик этой масочки. За что я ее люблю, то что можно и как маску нанести. Ну и так как я торопышка, и мне нужно все быстро, то я скорее всего, чаще всего пользуюсь как скрабом. Быстренько помассировала минутку-две, личико смыла, и все, и лицо чистое. Пахнет обалденно. И вот такая баночка крема, тоже вам ее покажу, потому что взяла дочке, все равно ей сейчас его отдам. Смотрю, у нее как раз крем кончился. И покажу, вот он приходит запечатанный, то есть все опломбировано замечательно. И вот такой вот мягенький легкий крем, смотрите, какой красавчик. Все, сейчас дочке отдам. Вот тут попробуем. Смотрите, он легенький. Ну, приятно пахнет. То есть этот крем хорош для молодой кожи. Конечно, если у вас уже идут антивозрастные какие-то проблемы, то вряд ли он решит эти проблемы. Но вот он увлажнит однозначно, сделает кожу мягкой, комфортно будет. По крайней мере, точно будет комфортно носить уже сверху косметику. И я такие продукты рекомендую либо молодым девочкам, либо у кого просто финансовые проблемы, да, то есть сложности, но женщина понимает, что уход нужен. Тогда главное ухаживать. Пусть даже будет серия не такая сильная, как антивозрастная, но главное, что есть уход, питание, увлажнение. Поэтому смело рекомендуйте. Ой, как хорошо он впитался. Все, гладко. Вообще просто прелесть. Очень люблю вот эту губку желтенькую. Особенно ей круто удалять маски. Особенно нашу маску чайное дерево, то есть все глиняные маски, которые высыхают. Вот лучше всего удалять такой губкой. Ее мочишь, она становится мягенькая, приятная. Очень рада, что повторяется маска
пленка, потому что наша закончилась, а мне она понравилась. Обязательно закажу, повторю, 199 рублей она будет стоить. И эта серия Pureskin, она для молодой проблемной кожи, помогает справиться с воспалениями на лице. А опять же, смотрите, есть какие-то продукты. Я не буду вот все прям разбирать. Если в них присутствует скраб, то не рекомендуем для проблемной кожи. Потому что кожу надо сначала вылечить, а потом скрабировать. Потому что если прыщики, воспаление тереть скрабом, то будет инфекция переноситься в соседние поры. Этого делать не рекомендуем. Ух ты, маска, сейчас покажу вам. Она такая большая. Посмотрите, вот мои ладони, она закрывает мне все руки. Обалденно крупная масочка. И что мне в ней нравится? Она такая напитанная, просто уже там внутри в ней гель. И я наношу на 15 минут, укладываюсь, балдею, лежу, масочка работает, потом лицо как новое. Вот перед праздниками обычно делаю, или куда-то собираемся, фотосессия, то есть гости, то есть какое-то мероприятие, хочется выглядеть еще более свеженькой и еще лучше. А как обычно, когда какое-то мероприятие, то уснуть никак не можешь, хотя понимаешь, надо выспаться, надо выглядеть завтра хорошо. Ну, так как наоборот, как бы мозг начинает работать по-другому, беспокойно, то я с утра просто делаю маску, это как реанимация просто. Мне очень помогает. Я думаю, что и вам тоже поможет. Здесь разные маски, выбирайте на свой вкус. Так, это маленький волшебник. Палитра маскирующих средств. Вот такая вот штука. Смотрите, третья — это пудра, просто пудра. Я ей практически вот не пользуюсь, мне она как бы особо тут не нужна. А вот эти два я использую. Сейчас покажу как. Первая вот эта розовенькая я использую в зоне глаз. Сейчас покажу. Вот здесь вот, особенно где венка. Надо покрупнее модель найти. Вот, смотрите, вот в этом месте, где проходит вена, обычно бывает либо синее пятно, такое тень, и кидает тень на все подглазие, вот эту зону. Или коричневое, тоже как будто пигмент идет. Вот устраните вот это пятно, откуда идет тень, и у вас все высветлится мгновенно. То есть вот этим розовым, розоватеньким таким, у меня самый светлый верхний, я работаю как раз вот с синими пятнышками. А со вторым он такой же бежевый, сейчас я вам их чуть-чуть покажу, то есть это дает розоватенький, а этот, видите, как желтоватенький, бежевый, то он работает с пигментацией, то есть где есть веснушки, да, что-то надо скорректировать, то там везде работает, конечно, вот этот корректор. Он плотный, я из-за этого его очень-очень люблю, мне он идеально нравится и подходит, и, кстати, его очень надолго хватает, я даже не могу вспомнить уже, ну, это второй год он у меня точно, видите, практически не использован. Азе крем. Разные отзывы о нем. У меня отзыв положительный. Мне крем подошел. Дочка моя пользуется им постоянно. Такой вот тюбик крема. И вот такой вот он. Сейчас покажу по качеству. Капельку выдавим. Где бы показать? Давайте вот тут, где венки, вот тут нанесу. И вот такой вот эффект. То есть он хорошо перекрывает все, при этом легкий, невесомый, дает сияние. То есть у него там 10 свойств положительных: и увлажнение, и подсветку, и перекрывает все-все-все. Ну, очень неплохой крем. И за 299 рублей, конечно, очень рекомендую брать-брать однозначно. Хорошенький такой. И легкий тюбик, маленький, узенький такой, вот прям невесомый. В косметичке он даже не чувствуется, хотя объем 30 миллилитров, как и положено. Вот, можете прочитать все его рекомендации, что он делает. Я считаю, что это очень достойный продукт, и сама его тоже беру всегда с удовольствием. А вот на этой страничке у нас идет специальный CC крем, многофункциональный. Он против пигментации, у него высокий SPF 20, то есть он дает защиту от фотостарение, да, от ультрафиолета, чтобы не появлялась пигментация. И при этом он уменьшает пигментацию и сияние, и выравнивает, и матирует. Очень хороший крем. Прям вот, если не пробовали, смело берите, потому что этот крем может стать вашим любимчиком. Всего два оттенка, но они такие, знаете, универсальные, он как бы подстраивается под кожу. Я себе, если беру, я беру светлый, и он очень хорошо сливается с моим тоном кожи. Так, здесь у нас CC крем. А, он у меня есть, но я забыла его бросить себе сюда, вот на стол, чтобы вам показать. Тоже классный крем Giordani. Он, мне кажется, более плотный, чем этот CC крем, если сравнивать.
SPF 35. Я его на лето брала себе. Вот у меня просто он сейчас темный для меня. Я его отложила, не могу пользоваться. Я его убрала на лето, уже когда. Или если будет яркое солнце, то можно его нанести. Но опять же, у меня темный оттенок. Но у меня есть корректор. Тоже я могу им пользоваться. Балдежная кисточка для нанесения тона. Кто-то привык пальцами наносить, кто-то любит спонжиками. Я же обожаю кистями. Для меня самый универсальный, идеальный способ нанесения тональной основы – это вот такая вот пушистая, набивная, плоская кисть. Здесь нас ждет новинка. Отшелушивающий массажер для губ. Я пока не знаю, как им пользоваться. То есть надо нанести сначала какой-то крем или что-то. Мне кажется, смотрите, что нужно сделать. Не написано, как им пользоваться. Это плохо. То ли просто губы потереть, то ли сначала на губы что-то нанести нужно. Ну, мы посмотрим это в рекомендациях. На сайте будет описание, там посмотрим. Ну, я, конечно, хочу. Я хочу тоже отшелушивать губы. И однозначно я возьму себе персиковый бальзам. Я не вижу здесь страничек, чтобы было ароматизировано или нет. Не знаю. Надеюсь, он будет вкусно пахнуть. Потому что предыдущий BB-бальзамчик у нас был. Его сейчас не вижу, он был с ароматом клубники, я его очень любила. А это у нас Азе бальзам с SPF 25. Тоже беру однозначно, даже не обсуждается. Буду персиковый себе брать. А здесь наши бомбические туши. Сейчас обе покажу, чтобы вы имели представление, почему бомбические. Эту дочка отдала, смотрите, она ее до конца просто использовала, потому что она уже у нее прям все стерлось. Чем они такие бомбические? Эта тушь смывается теплой водой. С ней можно нырять, попадать под дождь, снегопад, нырять в океанах, в морях, то есть в бассейне, где угодно. Я даже в сауну ходила с такой тушью. И смоете вы ее только пальчиками, снимите как одежду, то есть она снимается с ресничек как одежда, она не размазывается вокруг глаз. Отличие в кисточках. Эта кисточка очень тонкая, а эта объемная пушистая. Но вот нам больше нравится пушистая. Ну и иногда вот и такую тоже берем. Это я у дочки сейчас вытащила из косметички. Она пользуется сейчас этой тушью. Просто балдеет, потому что она элементарно смывается. А так как у меня дочка пользуется только тушью, не красит никаких теней и стрелок, то для нее это просто идеальный вариант вечером смыть тушь, как одежду, снять с ресничек и пойти спокойно спать. Здесь кайфовая кисточка. Смотрите, она такая пушистая, дает хороший объем, расчесывает, то есть такие реснички получаются клевые. Мне, например, вот она удобнее намного. Но нужно брать две, чтобы цена была 199. Можете взять одну такую, или две таких, и будет большая скидка. Не пробовала, не знаю. Тени Кайал я не беру, я не понимаю, как ими пользоваться, когда сточится острый кончик. Поэтому для меня это тени загадка, может быть, кисточкой их потом набирать. Такую подводку я тоже не брала, мне неудобно, то что здесь короткий, плотный, не гнущийся кончик. Я все-таки люблю подводки, у которых длинные гибкие кончики, поэтому такую не могу дать рекомендацию, нет у меня опыта работы с этим продуктом. Зато я вам покажу такие тени кремовые в стике. У меня цвет хрусталь, решила все-таки себе взять, потому что когда была на тестировании, я в них просто влюбилась. Смотрите, какая прелесть. Они все переливаются, нет никакого желтого подтона, то есть такой красивый цвет, ну немножко в бежевый. Их можно комбинировать с любым из оттенков и сухими тенями, то есть они служат прекрасной базой под сухие тени. И макияж получается такой с подсветкой, очень красивый, эффектный, и хватает их надолго. Тут огромный такой гриф, потому что у меня из прошлой коллекции два есть карандаша, один такой оливковый, другой тоже золотистый. Они мне уже надоели, но они, по-моему, никогда не закончатся. Так, далее. О, брови. Все, что касается бровей, это я обожаю. Смотрите, у нас есть такой специальный корректор тени для бровей. У них есть тайное дно с кисточками. То есть третий – это воск. Верхние два – это тени. Кисточка черная для теней. Например, если брови светлые, берите только светлый оттенок. Будет такой светлый тон. Если брови средние, набираем чуть-чуть здесь, получаем более темный. Если брови темные, то берем только темный. Все. Потом сверху, когда уложили брови, все, нанесли тени туда, куда нужно, берем кисточку, набираем воск и сверху по волосикам прям проходим аккуратно кисточкой по направлению, как нам нужно, укладываем воском. И брови получаются такие лоснящиеся, как соболиный хвостик, уложенные, блестят.
Ой, и будут стойкие, то есть мы проверяли их и в снег, и в дождь, брови уже у вас никуда не убегут. По поводу карандаша-маркера, мне он не подошел, я не поняла, наверное, как им пользоваться. Я взяла один раз, он у меня быстро закончился, я не поняла, что с ним делать. Поэтому я его не рекомендую никому, потому что у меня нет позитивного опыта. Но есть куча позитива от моих зрителей, которые пишут все время: «Лиля, да вы что? Это же такое чудо!» И есть у меня две клиентки, которые берут этот карандаш-маркер, но мне он не зашел. Зато я обожаю вот эти две помады. Если вы еще не взяли себе вот такую матовую помаду, то, честно говоря, вы очень много потеряли. Я себе взяла классический красный цвет. Я в нее просто влюблена. Смотрите, какой цвет. Какой цвет! Она абсолютно не сушит губы. Она очень комфортно лежит, матовая, стойкая. Боже, как я ее люблю! Это просто чистый Голливуд. Так, о таком цвете я вот мечтала, честно говоря. Часто тоже бываю с ним на видео. И такие красивые эффектные губы. А за счет того, что у нее бесподобно удобный кончик, то можно без контурного карандаша нарисовать любые губы, задать любую форму и уложить помаду. Классно, просто лежит. Супер! И на следующей разворотике тоже одна из моих любимых помад. Во-первых, я люблю упаковку. Мне нравится то, что здесь прозрачные колпачки, и сразу видно, какой цвет. Во-вторых, она мне очень нравится по качеству. У меня земляника, девятка на конце. Очень ее люблю, она мне так сейчас подходит под мои светлые волосы теплого цвета. А вторая — гранатовый браслет, двоечка на конце. Она уже более темная, такой вечерний вариант. И я обожаю. Вот смотрите, я взяла помаду Giordani вам показать. Мне их штук 10. И мне пришлось все перебрать, чтобы найти те, которые нужны. А здесь удобно, сразу видно, какой цвет. Поэтому налетайте. Классная помада, она хорошо увлажняет, мягко лежит на губах. То есть ее прям видно. Она вот прям вот мягенькая такая, конфетка. Так, здесь консилер покажу сразу, обалденная штука. Я его наношу на носогубные складки, чтобы их сделать менее заметными. То есть прям вот капельку так, полосочку провожу, пальчиком вбиваю. Вот так вот, например, провела полосочку, пальчиком вот так вот вбила. Можно кисточкой, мне пальчиком удобно. И наношу вот сюда под глазки, когда бывает какой-то недосып или мне не нравится, как я выгляжу, я делаю подсветку глаз вот этим консилером. Он стойкий, он такой вот, видите, как прозрачный. Его сверху на тон прям наносим. И покажу хайлайтер, какой же он клевый, в тюбике кремовый. Нужна буквально малюсенькая капелюшечка, чтобы нанести под глазки, на переносицу, под бровь, над губой, под губой. Вот такой вот приятный розовый оттенок. Я его обожаю за его цвет. У меня до этого был хайлайтер из серии Giordani. Он был какой-то золотой. И вот реально он делал лицо старым. Вот он просто старел. Я не смогла им пользоваться, потому что мне не нравилось. А этот с розовым, он делает личико молоденьким, свеженьким, сияющим. Но когда появилась вот эта палетка, тут бронзер, хайлайтер и румяна, давайте сразу посмотрим бронзер, он такой прям приятного коричневого цвета, то есть в нем нет такой мерзкой рыжины, какая иногда бывает в бронзерах, что ими только под загар пользуются. Очень приятный оттенок румян, он такой персиково-розовый, какой-то нейтральный абсолютно. И хайлайтер, тоже здесь очень крутой, классный хайлайтер. Но он у меня уже практически заканчивается, и я сейчас буду спасаться этим тюбиком, чтобы использовать всю палетку до конца и потом взять новую. Очень люблю эту палетку. Честно, это один из моих любимых продуктов, потому что без него я макияж уже не представляю, как сделать. Поэтому я, когда закончится, буду сразу новую себе заказывать. Так, здесь у нас тоже есть кое-что похвастаться. Кстати, вот многие спрашивали, как нанести стрелки. Смотрите, у нас есть специальный трафарет, и можно им попробовать. Я, кстати, возьму, попробую, потому что все спрашивают, как пользоваться. По крайней мере, научусь сама, буду учить вас. Но я еще не пробовала, поэтому пока ничего сказать не могу. Но как попробую, расскажу обязательно. Зато у меня есть вот такой ультра-черный маркер подводка. Смотрите, он такой толстенький. Его очень надолго хватает, если сравнивать. Ой, как же его открыть-то? Руки в креме. Такой вот жирненький маркер. Он у меня уже лежит 100 лет. Мне им пользоваться неудобно, потому что очень толстый гриф. Грифель, как его правильно назвать? Кончик. Толстый кончик. Мне неудобно, потому что получать слишком жирные стрелки. А если вы любите толстенькие стрелки, то самое то, что нужно. Зато его надолго хватает, он так не сохнет, лежит у меня, наверное, второй год уже. То есть я его использовала, мне надоел. И я его просто не выкинула, чтобы показывать его вам вот в обзорах.
Так вот он лежит уже, посмотрите, сколько времени, он даже не сохнет, то есть им можно продолжать пользоваться. Так, далее многофункциональная водостойкая тушь, покажу вам ее кисточку, потому что у нее кисточка точно такая же, как у туши 5 в 1. Вот они все, вот эти туши, очень хорошие, в том плане, что они бесподобно прокрашивают ресницы, подворачивают их, укладывают веером и дают объем и длину. То есть это моя любимая тушь, вот я люблю вот эти две туши, мои любимые, кстати. И покажу вам с эффектом накладных ресниц. У нее чуть-чуть другая кисточка, тоже силиконовая. Смотрите, она с одной стороны сплющенная, здесь нет щетинок. А с этой стороны, сколько, три ряда, достаточно таких длинненьких. Вот что-то у нас соседи зашумели. Надеюсь, это все. И она классно тоже прокрашивает, укладывает ресницы. Ну, эффект театральных ресничек вам будет обеспечен. То есть длинные, эффектные, объемные. То есть хорошие, можно себе брать, рекомендовать всем, потому что супер продукт. Бальзам. У меня есть бальзамчик самый темный, естественный розовый. И чтобы вы понимали, что он действительно дает цвет. То есть это будут не просто ухоженные губки, увлажненные, а еще и подкрашенные. Я его беру всегда на пляж. Вот мне нравится. Видите, за лето на пляже была всего раза три. Вот. И так вот, если во дворе загораю, там в доме, то я им обязательно крашу губки, чтобы была защита для губ. Хороший продукт. Вкусно пахнет клубничкой. Очень вкусный. Так, здесь у нас все для ногтей. Я сейчас покажу то, что я обожаю. Это... топовое покрытие, сушка. Сушит обалденно круто, очень быстро любой слой лака. Я рекомендую, у меня всегда он есть в использовании. Вот, а это я не пробовала, поэтому не знаю. Это для французского маникюра, а я не брала такие лаки, поэтому не могу сказать. И сыворотку тоже не брала. Поэтому двигаемся дальше. Брала корректор, но мне все-таки кажется, что это достаточно бестолковая вещь. Правда, он меня спасал пару раз. Когда я нанесла лак и смазала его, быстренько сдвинулся у меня слой лака. Но, тем не менее, он мне помог. Два раза я им делала реанимацию. В остальных случаях как бы он лежит просто, потому что я жду, когда ногти высохнут, либо я про него просто забываю. По поводу лаков. Что мне нравится? Первое сразу. Цена. За 8 мл 119 рублей. Хорошая цена. Мне очень нравится тональная раскладка. Здесь очень много таких цветов, которые можно использовать вот прям регулярно. Особенно вот цветущий клевер. Это мой любимчик. Забыла вам его взять, показать. Мой любимый цвет. Такой универсальный лак. Очень красивая золотистая роза. Ну, они все красивые. Очень быстро сохнет. И нужно его использовать быстро. То есть не надо набирать 10 штук. Почему? Так как он очень быстро сохнет, он и во флакончике тоже быстро сохнет. И не успеете использовать, он уже оп и убежит от вас. Кисти наши все крутые. Можете даже не сомневаться, ни у кого не спрашивать. Вот можете их все себе купить, и каждая из них вам будет служить верой и правдой долго-долго, много лет. И можно их стирать, и купать, и сушить, и все с ними делать, все что угодно. Они будут вам несколько лет служить совершенно спокойно. Так, матовые помады. У меня есть прям отдельный обзор на канале с этими оттенками. Карандаш не брала, такой не пробовала. Не знаю, цены классные. Кстати, я хотела себе взять вот из этой серии пару оттенков. Мне очень нравится мягкая корица, понравился. И какой-то еще светленький персиковый нюд. И за такую цену, я думаю, стоит взять. Для консультанта цена будет всего 79 рублей. Но поверьте мне, что за такие цены можно набирать помаду совершенно спокойно. Вот так она будет выглядеть. Красно-черный футляр. Вот у меня есть оттенок, по-моему, сейчас скажу, тепло-ореховый. Шестерка на конце. Да, вот у меня тепло-ореховый. Ну, практически совпадает с цветом каталога. И вот она, вот такая вот красивая помада. Смотрите, как классно. Можно поменьше нанести чуть-чуть, она будет полегче. Я вот так иногда легкий оттенок делаю, тогда я не наношу много, а чуть-чуть. Вот так. Она будет совсем естественная. Можно гуще, она будет такая прям вау, хорошая помада. Я удивлена, очень удивлена, что в этой серии дешевый, такой доступный, настолько хорошее качество помады, что ну, просто беру с удовольствием и пользуюсь. Подводку я пробовала, тоже пока есть видео на канале, я сравниваю со старой подводкой и сразу говорю, что старая кисточка мне нравится больше.
Эту подводку у меня взяла подруга, за одну секунду накрасила себе крутые стрелки, говорит, слушай, классная какая подводка, обалдеть. Я говорю, ну я рада, что тебе понравилось. Так, это не пробовала, не знаю, знаю, что тени очень хорошие. Карандаши пробовала, где-то есть на видео, я их пробовала на руке, на глаза не пробовала, но мне показалось, что карандаш очень хороший. Тени тоже какие-то у меня есть из этих вот два вот этих цвета. Хорошие, прям вот прям достойные тени, если вы хотите себе собрать свою палитру и при этом, да, так недорого уложиться в хорошую цену, то, конечно, надо брать хорошие тени. Возьмите только обязательно базу какую-то под низ. Это праймер, может быть, либо вот такие вот тени, как я вам сейчас показывала. То есть любые тени надо наносить на базу, тогда они будут лежать хорошо и долго, не осыпаться. Так, Биби пока не пробовали, взяла дочке. Сейчас у нее вот этот закончится уже, прям чувствую, здесь третья часть осталась. Я ей дам такой Биби, взяла самый светлый оттенок. Так, про это то, что не знаю, не рассказываю, рассказываю только про то, что знаю и то, что выгодно. Так, для бровей карандаш. Очень люблю этот карандаш. Смотрите, как удобно. С одной стороны, расческа сразу уложила брови. Потом прошлась карандашиком. Вот, поточила его немножко кончик. Он не сыпется, сразу скажу. Я сейчас его неаккуратно поточила. Смотрите, можно интенсивность менять. То есть совсем легкое прикосновение. Будет светлый оттенок. Нажимаю сильнее. Естественно, он уже становится темнее. То есть, если у вас брови не слишком темные, то не надо сильно давить. Чуть-чуть так вот сделайте наклон и аккуратненько, еле дотрагиваясь. Супер карандаш. Потом, если где-то я нанесла кусок слишком темный, я вот этой же расчесочкой так аккуратненько снимаю, прям по бровкам, и он получится ровный, красивый цвет. Вот супер, прям супер. И он приходит огромный. Здесь у меня уже половинка. Он очень длинный. Хватает надолго, и я считаю, что цена окупается полностью. Так, тушь для ресниц такую не знаю. Что вам сказать? Хорошая тушь, я ее пробовала. Хорошая, классная, объем дает, черные ресницы такие густые получаются, мне понравилось. Так, помаду надо найти, какую вам помаду показать. Вот она. У меня есть золотистый медный, один из моих любимчиков тоже. Смотрите, какой цвет красивый. Он прям вот весь сияет, и да, вот этот коричневый немножко в рыжинку. То есть такой теплый, уверенно теплый, красивый цвет и с блеском. Люблю эту помаду, мягкая, хорошо увлажняет, бесподобно красивый флакончик. И прям не придраться. И карандаши для губ сразу покажу. У меня три оттенка сейчас. Гордения. Вот гордения. С одной стороны кисточка. Ну, кстати, кисточкой вообще не пользуюсь почему-то. Не знаю, забываю про нее. Так, вот сюда будем наносить гордения. Он как бы теплый, в рыжинку даже уходит. Не нюдовый такой цвет, как бы хотелось. У меня есть розовый. Розовый. Роза называется просто. Вот такой розовый цвет. Но на губах мне не нравится, как лежит. Не прокрашивает. А вот мак, он просто бомба. Вот и одно прикосновение, он сразу прокрашивает все мягко, долго держится. И можно буквально прям все губы закрасить, сверху чуть-чуть блеска. И будет очень красивый цвет. А эти почему-то мне не зашли, эти карандаши. Они как-то вот не идут по губам. Не знаю, почему вот так с ними не ложатся по губам. Поэтому я беру себе для губ всегда выкручивающиеся карандаши Zavan. Они классные. Так, что здесь? Покажу вам такой стик, где-то он у меня есть. У меня розовое золото. Я его все время рекламирую, потому что он мне безумно нравится. Я все лето с ним делала макияж глаз, губы и румяна. Представляете, какой красавчик. Можно даже тени сверху какие-то на него положить. Он просто, ну вот весь сияет, как будто, я не знаю, хамелеон какой-то. Очень классный. Это, конечно, румяна, но можно как тени. Только сверху вот какими-то тенями, просто светленькими хотя бы пройтись, чтобы зафиксировать, иначе будет сворачиваться в складочках, собираться, потому что все-таки это румяна, и он немножко жирненький, дает жирность. Так, это все пропускаю, потому что есть отдельный обзор с аксессуарами на канале. Покажу вам немножко парфюмов. Вот, люблю этот аромат. О, как я его люблю, что даже практически весь его за лето выбрызгала. В нем вкусная нотка есть, по-моему, грейпфрукт я чувствую, хотя здесь не написано, здесь питая, а я чувствую грейпфрукт.
вкусный, такой вот прям вот, ну, приятный настолько аромат, что я бы его, честно говоря, с удовольствием бы повторила. Ну, так как Oriflame нас постоянно балуют новыми ароматами, то, скорее всего, нет. Ну, кто знает, может быть, и с удовольствием бы взяла. И вкусный такой же гель для душа с таким же классным ароматом. Так, здесь у меня есть румяна. По-моему, вот это именно этот, нет? А, нет, не эти. Или они... Нет, не эти. Ну, румяна... В шариках. Очень хороший продукт за 499 рублей. И здесь вот тона показаны. То, что подобрано, это более холодные оттенки. То есть, кто любит холодный макияж, то это самый тот самый идеальный случай. И есть у меня помада «Рубиновое мерцание». Вот она. Шестерочка на конце. Она с металлик. Цвет металлик. Вот здесь покажу вам ее. Яркая, сочная, глубокий цвет и с таким необыкновенным переливом вот этих вот блесток золотых, конечно, это супер помада, но она суховатая. Сразу предупреждаю, что для губ она не такая уж прям не праздник-праздник, но помада бесподобной красоты. Так, здесь что вам рассказать? Я вот всегда показываю то, что я люблю, чем сама пользуюсь. Очень хорошие, рекомендую бальзамы для губ. Масочки, если вы любите. Ой, всего по 79 рублей. Какая прелесть. У нас все будет пленка личи и какао. Я вот какао брала, и как раз обе я их пробовала. Мне обе понравились. Так, гель для лица огурец. Не пробовала. Я думала, здесь маска, маска. Маленький тюбик, кстати, обратите внимание, 30 миллилитров. Так, гели пропускаем, чтобы вам еще рассказать про вкладыш. Кстати, если собираетесь в отпуск куда-нибудь слетать, то, конечно, запасайтесь солнцезащитными кремами. Ароматы надо пробовать. Выписывайте пробники, нюхайте, потому что мне, например, очень нравится вот этот Tenderly Promise. У него яркий, такой яркая нота, королевская белая лилия. Я ее прям чувствую, мне он очень нравится. Я им не часто пользуюсь, но он такой необыкновенный. То есть этот аромат невозможно пропустить. А вот этот мне совсем не подошел. Он вкусный, он классный, но абсолютно не мой аромат. Зато взяла у меня подруга, ей примерно 31-32 года, она от него в восторге. То есть я не могу сказать, что он какой-то возрастной для взрослых. Нет. Просто либо он вам нравится, нотки подходят, а они вас вдохновляют, либо нет. Так, здесь тоже куча аксессуаров. Кстати, прям обязательно посмотрите вот видео с аксессуарами. У меня на канале практически все вот сумочки я показываю, все украшения. Они очень многие настолько красивые. Я себе вот такие серьги, кстати, взяла. Мне они очень понравились, и я от них в восторге. И кто-то спрашивал, они тяжелые или нет? Да, здесь тяжелые жемчужины, они такие прям чувствуются на ушках. Так, что дальше? У меня есть вот такое ожерелье, я про него забыла. Так много всего. Очень рекомендую посуду. Я собрала себе весь набор, у меня нет только вот такой тарелки для торта или для фруктов, я ее обязательно себе выпишу, буду в первых рядах делать заказ, себе закажу. А вот такой наборчик был в прошлом году, новогодний. Очень хороший набор, приятный такой. Так, сумки, шарфики. Хотелось бы вот такой комплект померить, но нам в Саратов не прислали. А если бы он мне подошел, скорее всего, бы я его заказала. Потому что мне прям нравится леопардовый принт. Так, здесь у нас все для мальчиков. Что у нас для мальчиков? Коллекция хорошая. Есть средства для, ну, шариковый и дезодорант. И шариковый дезодорант. Есть у нас средства для умывания и скраб для лица 2 в одном. Я так понимаю, что это вот это, где у нас вот троечка, вот это троечка. Тонизирующий гель для бритья. Кто-то любит гелями ведь бриться. И гель для лица тонизирующий. То есть это умылись, все уже сделали и нанесли гель. Побрились, умылись, все сделали, все хорошо. Новинка выходит, новый парфюмированный спрей. Кстати, они очень популярны у мужчин. 100 миллилитров и всего 319 рублей. А так как мужчины любят прям уливаться многие, то это для них идеальный вариант. Очень люблю вот этот аромат мистер Джордани. Ой, как он вкусно пахнет. О, прям такой мужчина, мужчина. Вот такой вот мужчина, позитивный, сильный. Смотрите, какая прелесть. Средство для умывания. Скраб 2 в одном, 689 рублей. Закажите своим мальчикам. Если на всю серию у вас рука не поднимается, заказывайте, вот когда по акциям, что-то со скидками. А вообще возьмите набор пробников и дайте ему потестить. Вот увидите, как он будет балдеть, ухаживать за собой. У меня Миша очень любит, он пользуется, так тщательно умывается. Так, а что мы здесь пропустили? Нет скидок?
Нет, вот вижу, часики уходит, мой любимый аромат. Очень жаль, кстати, аромат крутой. Так, для лица, для девочек 30+, это антивозрастная серия с люцерной Q10. Очень хвалят тоже девочки взросленькие, любят эту серию. Меня часто, кстати, заказывают девчонки взросленькие с удовольствием. Серия против пигментации. Кто-то спрашивает, работает или нет. Работает, я проверила на себе. Я столько у себя пигментных пятен и веснушек удалила благодаря этой серии, то что я 100% знаю, что она работает. Но пятна могут возвращаться, поэтому надо периодически повторять эту серию и просто защищать всегда лицо от негативного солнечного влияния. Эта серия антивозрастная, уже прям для взрослых 35+. Полная серия Optimals. Тоже я пробовала, брала ее всю, кроме, по-моему, сыворотки. И кроме для глаз. Кремики мне понравились, очень понравились. А вот тоник мне показалось, что он для меня немножко как бы жестковатый. Я привыкла вот к тонику Novage просто, и для меня он такой уже мягенький, ласковый. А это мне показалось на контрасте прям такой вот немножко жесткий. Конечно же, уже зимой нужно ухаживать за кожей, не ждать, когда уже пляжный сезон начнется, а с целлюлитом и подтягивать животики и бюсты надо уже вообще постоянно это делать. И для этого у нас есть серия специальная Optimals Body. А для лица есть дополнительные бустеры. Это, кстати, такая классная новинка. Она не так давно появилась в Oriflame. Я уже желтый испробовала. Я от него просто пищу. Этот мне не так сильно нравится. Ну, он жиденький какой-то. Это вот просто он такой густой, так каплю бум с кремом смешала. Прям супер. А зато этот хорошо питает кожу. У меня прям на лбу заметно разгладились морщины. Как бы была такая вот мелкая мимика на лбу, неприятная. Я заметила, что вот я каждый день пользуюсь этим бустером, что стало менее заметно. Прям мне очень нравится. Следующий у меня будет зеленый. Я его уже купила. Я все сначала попробую, а потом буду брать их, ну, по очереди. Серия Эко Бьюти – это наша серия легендарная. Она одобрена Эко Сёрт. И она на 95% натуральная. Здесь каждый флакончик необычные, все они друг от друга отличаются, в каждом разные компоненты, поэтому я эту серию обожаю, как-нибудь мечтаю повторить ее, чтобы, ну, вспомнить это чудо, потому что мне она очень понравилась. А здесь на серии идут уже такие антивозрастные комплексные уходы, и рекомендуется, конечно, пользоваться целиком комплексом, чтобы получить стопроцентный желаемый результат. Потому что если брать отдельные флакончики, то вы теряете где-то в 7 раз эффективность серии. Представляете? То есть если вы взяли только, например, крем один, а остальное все у вас из Optimals, в 7 раз теряется эффективность крема. Ну какой смысл переплачивать тогда такие деньги? Я обожаю серию Экологен. Вот у меня сейчас крем, он с дозатором. Такой супер крем. И у меня вся серия, на самом деле, полный комплекс. И я все время беру либо этот комплекс, либо сиреневый. То есть я их чередую, в основном коллаген, но периодически вот беру эту серию для того, чтобы смену делать какую-то для кожи. И у них разное влияние. Вот обратите внимание, что у серии Novage у нас нет такого, что а с какого возраста ее брать? Нет. Мы можем и в 60, и в 70 лет взять серию True Perfection, если женщина хочет просто, чтобы лицо было свежим. А кто хочет избавиться от морщин, то, конечно, и коллаген. Кому нужно контур подтянуть, вот это дело, то это Ultimate Lift, однозначно. То есть, ну, они все разного направления серии. Так, пропускаем странички без скидок. Про wellness, что я могу сказать, что мы пьем wellness постоянно. Мы те люди, которые доверяем, проверили на себе за много лет, уже более 10 лет, мы пьем постоянно wellness pack. Иногда ем суп, но дома всегда есть суп, просто ем его не всегда. Обязательно коктейли, где у нас коктейли, вот коктейли всегда. И отдельно еще берем астаксантин, постоянно он есть баночка, сейчас две даже стоят новеньких. И нутрикомплекс для волос и ногтей пропиваем 2 раза в год. Вот сейчас как раз мы с Мишей пьем эти комплексы. Он у нас заведует, насыпает витамины, приносит мне так, выпей. Сегодня не пила еще. Так, кремы для рук, крема для рук. Очень люблю все. Вот то, что на этой страничке, мне нравятся они все, все рекомендую. Эти очень питательные такие вот хорошие крема. Тут нацеленные на интенсивный уход. Это антивозрастной крем. Далее. О,
Вот это вот супер! Мне сейчас звонила клиентка прямо перед тем, как начали записывать видео. Она говорит: ты видела? Ты видела? То есть она ждет безумно вот этот лосьон для тела, большой объем 400 миллилитров и всего 249 рублей. Он очень классный, он такой шикарный этот лосьон, он и питает кожу, и легкий нежный аромат миндаля мне нравится, но он просто потрясающий, 400 миллилитров, это кайф просто. И шампунь-кондиционер тоже очень мягенький, кстати, надо будет взять, тоже большой объем, и мне он сейчас прям будет в самый раз, так как волосы сухие от краски стали. Здесь у нас тоже гигант XXL, 400 миллилитров, два вкуса потрясающих и всего 159 рублей. И здесь большие объемы. Ну сколько радости, а сколько счастья. Мой любимый клубничный, представляю вам его, он с отшелушивающими частичками, как и малиновый, поэтому они подороже, чем олива, потому что они с эффектом скраба. Но он настолько не жесткий этот скраб, что можно пользоваться каждый день. И обязательно возьмите себе вот такую щетку, если еще нет, она просто обалденная. Шампунь XXL. Вот такой гигантский объем. Это я вот из ванной перенесла. Мы сейчас используем вот этот шампунь у нас восстанавливающий. Я его люблю. Вот честное слово, для меня это самый, наверное, один из лучших шампуней в серии Hair X. Или я беру себе еще. Сейчас мне понравился Климат Контроль. Классный шампунь, но его здесь нет. И брала себе увлажняющий для блеска, тоже хороший. То есть, в принципе, как бы главное помните, что его не надо много. Так, что здесь? О, против перхоти! Как у меня ждет его клиентка? Вы не представляете. Я думала, его сняли с производства, а он вот, собственной персоной. Стимулятор роста волос обязательно. Кто хочет отрастить волосы, восстановить, чтобы они стали гуще, быстрее росли, то это для вас. А это для жирных. А вот такую штуку. Это сухой шампунь. Я буду брать обязательно. Только теперь я буду брать только сиреневый, потому что у него более приятный аромат. А зелененький для нас как-то вот прям вот запах не подошел. Поэтому брать не будем. Но эффект от них классный. То есть реально, если некогда помыть голову, а надо быстро привести себя в порядок, то хватайте этот шампунь, брызгайте на прикорневую зону, встряхивайте руками, потрясите и расчешитесь. И опять стряхните. Все, волосы как будто только помыли. Так, что здесь? Кстати, многие спрашивают про расчески. Я люблю вот эту массажку, но не стала показывать, как бы просто вот на слово поверьте, что она очень хорошая. И многие спрашивают по поводу вот этой расчески, которая против распутывания. Она однозначно расчесывает лучше, чем массажка, однозначно. Но я не могу сказать, что она фантастическая, вау, вау, я там в обморок упала, как она мне распутывает волосы. Нет, такого у меня эффекта не произвела эта расческа, но то, что лучше, чем это, однозначно. То есть лучше волосы распутывает. И обязательно возьмите себе вот этого маленький волшебник, который вынимает волосы из расчески, грабельки, маленькие грабельки. Какие они удобные. То есть они подлазят везде, все вытащат, расчесочки почистят, все будет классно. Так, здесь маска. Новая маска. Сейчас заодно ее открою, потому что у нас вчера я мыла волосы, как раз капельку последнюю медовой маски забрала, отправила в пустые баночки. А сейчас открываю эту. А, вкусняшка. Очень люблю эту маску. Она восстанавливающая. Надо нанести ее на 5-7 минут. Я наношу маски и потом смываю. И волосы классные становятся. Напитанные, волшебные, блестящие такие. Хорошо расчесываются. Поэтому брать надо. Маски очень нужные. Кто-то спрашивает, какой я краской крашу волосы. Вот моя краска 9.0. Я не знаю, почему у меня получается другой оттенок, но вот специально сейчас ее открыла, чтобы не шуршать заранее. Но у меня почему-то цвет получается какой-то медовый, вообще другой, не тот, который на картинке. Я не знаю, почему так, но мне очень нравится мой цвет. И я крашусь сама, потому что, смотрите, есть тюбик с окислителем. В него я выдавливаю краску. Взбиваю так, как блендером. Ой, извините, растрясла вся. Взбиваю как блендер, отламываю кончик и сама крашусь. Просто выдавливаю по чуть-чуть на рядок, расчесочкой расчесываю, ну специально щеточкой, потом расчесочкой, все. Когда 35 минут проходит, я все смываю, наношу маску, волшебную маску для волос, все смываю, волосы волшебные. Эта краска содержит омегу-3, масло льна, и после окрашивания волосы как будто бы вот
подменили. Они 2-3 раза, пока волосы еще моешь после этого, они еще просто необыкновенные, как будто, наверное, кератиновое выпрямление какое-то сделали. То есть волосы реально так напитываются классно. Так, детская серия. Ах, забыла свой любимый бальзамчик взять. Ну, здесь вы сами все понимаете, все есть, читайте ароматы, мыло красивое, дети это все любят безумно. Конечно, надо их баловать, пока они маленькие. Хороший вот этот спрей, вкусненький, с ананасом, я его очень люблю, но я его подарила. Обязательно берем пробники, но лучше, как я говорила в начале, выгоднее получится взять, да? Ну-ка. А, его даже нельзя заказать, пробник, или можно? Так, пробник, закажи любой аромат, страница 142-145, и тогда пробник в подарок. Ого, 142-145, это что нам предлагает? А, Giordani, Eclat, или Lucia, или Elvia. Ну, конечно, мы будем брать набор с первой странички, потому что не всем нужны эти ароматы, правильно? Но попробовать-то хочется, мне кажется, будет классный запах. Белая фиалка, белый ирис, сандал. Супер. Я женский смотрю. Так, что я вам покажу? Это аромат Amber Elixir. Такой прям приятный. Мне он пахнет как бы шоколадом. Ну да, понятно, ванильный. Потому что ванильный. Я вот чувствую здесь такой вот мягкий шоколадный вкус. Очень женственный, нежненький, мягкий аромат. Стойкий достаточно, поэтому он стоит недешево. Это парфюмерная вода. Парфюмерная. А как мне нравится вот этот вот Sublime Nature Тон Кабин. О, крутой аромат. Он прям восточный, вот прям восток-восток. И я по нему очень соскучилась. Сейчас как раз перебирала, собирала продукцию, увидела, что он у меня стоит в конце. Я его прячу от дочки, потому что она его просто вот оценила. Супер. Такой я не брала, но тоже очень хвалят. Так, Eclat Femme, наши знаменитые ароматы. Я, видите, долго на ароматах не останавливаюсь, потому что я считаю, что их надо понюхать, ощутить вот свое впечатление. Берите пробники. Я очень, например, люблю вот этот аромат Friends Words. Он пахнет персиком. А я люблю, когда нотки персика, ананаса, там цитрусовые такие, фруктовые ноты разные. И почему он так дешево стоит? Он очень классный, очень классный. Прям смело берите. Это вот праздник, аромат праздник. Мужские ароматы. Супер, у меня клиентка одна влюбилась в этот аромат, взяла мужа, говорит, это бомба, просто чудо. И зубные пасты, которые я забыла взять, но мы пользуемся только зубными пастами Oriflame. Они бесподобные, крутые, и будет всего по 99 рублей, поэтому я буду пополнять запасы. Мы не берем только гелевую пасту. Паста гель, это, по-моему, как раз освежающая. Она будет гелевая, почему-то нам она не очень нравится. Всем. Членам семьи не очень нравится. Классный каталог, супер. То есть январь у нас будет убойный просто, потому что действительно обалденные акции, столько скидок, такие хорошие цены, классные предложения. Я прям вот сама сейчас листала каталог и наслаждалась, потому что для себя уже наметила то, что мне надо, какие-то запасы пополнить, что-то я точно очень хочу и возьму. И надеюсь, что у вас тоже такая реакция позитивная на каталог, потому что, чтобы собрать заказ, нужно в первую очередь самому быть влюбленным в продукцию, самому гореть ей, да, и хотеть ее. Даже если нет возможности все купить, что вы хотите, все хочушки свои удовлетворить практически невозможно, да, но постепенно можно брать то одно, то другое и так далее. Ну и вот вам напоследок показываю, смотрите, как матовая помада стала, вообще супер. И самое главное, когда пьешь, например, какие-то напитки, на стакане не остаются губы, то есть она очень хорошо впитывается. Благодарю вас за внимание, вы супер молодцы, что до конца продержались, спасибо вам огромное, я вас обожаю, и за обратную связь пишите в комментариях вопросы, если что-то я не раскрыла до конца, расскажу с удовольствием в переписке. Вам желаю чудесного каталога, отличного старта в новом году, и до новых встреч в наших видео, всего доброго, пока-пока!